богатство. Именно это в Европе все вырубили, а в Африке все, так говорится, сгорело. А вот у нас это вот везде должно быть. Лес, 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 лес. И чистая вода. И туризм. Подыши чистым воздухом, попей чистой водички. Все. Все. Люди бы ехали. Покажи им справки. Вот сам можешь сделать анализ. Воздух, где нету никаких, так сказать, вредных примесей. Вода. Делаю анализ. Все. Самая чистая вода в Европе. Самый чистый воздух. Это бы дало какой доход туризму. Потому что полно объектов, где солнце, пляж. А вот такого чистоты, тишины нету.